Едет семья священника на машине. Ну, батюшка с матушкой, дети в машине едут, и у них бензин кончился. Ну, буквально вот 20 метров до этого, до заправки осталось. Ну, матушка говорит: батюшка, ну глянь, там что там у нас есть в багажнике, возьми какую-то вот тару, пойди за бензином. Ну, батюшка выходит, багажник открывает, такой смотрит, ничего нету, только один ночной горшок. Ну, берет горшок, думает, ну, войдут в положение. Подходит на заправку, да, там вошли в положение, налили ему в этот горшок, значит, бензина. Приходит он к машине, достает воронку, вставил воронку, заливает бензин. Рядом останавливается машина, стекло опускается, а там раввин. Смотрит, говорит: да, батюшка, я, конечно, ваших убеждений не разделяю, но вера впечатляет.